Всем привет-привет! Это снова мы, и мы продолжаем вести трансляцию из нашего пермского зоопарка. Пошлите дальше смотреть? Да. Ну, побежали смотреть дальше. И мы пришли к кому? Кто здесь у нас живет? Здесь лошадки и пони. Вот кушают лошадки, им сено привезли, целую газель сена привезли. Лошадки кушают там, да? Пойдем посмотрим верблюда. Так он что-то куда-то спрятался, где его там увидишь? Вот он, вот, он просто сливается на фоне. Вон, видишь, верблюд здоровый такой. Так а что он там где-то в каком-то деревянном вольере, его там и не видно. Вот я такой выйдет. Выплыл корабль пустыни из своего вольера. Но, по всей видимости, указывали за этим кораблем последний раз, как... Какие бедное замученное животное на самом деле. Да нет, у него верблюдов стригут. Линза у него, да? Да, у них линза. Они же не могут подстричь его. Так ты посмотри, он как будто там в навозе лежал. Он даже не мытый, хоть бы помыть-то можно ведь его, наверное. Надо вот именно, для того их и выпускают, выгуливают, чтобы они вообще сходили. Тут кто-то встал к нам попой. Что там? На нас не реагирует. Альпака. Это что-то, наверное, на вроде ламы. Да, да. Какая-то разновидность ламы это, скорее всего. Еще молоденькая, маленькая. Козлики. Так. Жесткими бодаются. Там вон козленок маленький лежит, видимо. На горке. Мама его моет. А, да-да-да. Пополз. Дальше пойдем. А почему одни рыжие, а другие какие-то серые? Да, конечно, полетать будем до своего уровня. Обалдел. А вон тут еще один лежит. Да. Во, это орлица, наверное. Фу-фу. Орлица это, наверное, где она поди на яйцах там лежит, нет? Птичка лежит где? Так вот, вот она, вот лежит птичка, это рядышком, вот. Вот, да. Птичка. Рога быстрее, ноги себе есть. Не бегают и сколько. Так он уже еле-еле ходит на своих лапах-то. Это кто такие у нас? Вот здесь вот какие-то козлики еще. Смотри, какие рога. Таджикский винторогий козел. Рога какие. У маленьких-то эту, это он большой лежит с такими ружищами. Рога здоровые. А вот в вольере там видно среднее поколение такое. А посмотри, вот у самочек нету бороды, да? Угу. А вон этот лежит какой бородатый, как старик Хоттабыч. Как у старика Хоттабыча борода у него. А это уже какой-то вообще старпер. Вот этот старый, мне кажется, старый. Тихони, лежит, балдея. Ой, тут у нас большая хрюша. Кабан. Это китаец. Большая хрюша. Лежит бока греет. Но. Олень. Северный олень. Вот такой вот северный олень. Ему, наверное, бедному жарко. Бедолага. Ой, а тут кто такие? Тут какие-то выдры. Это не выдры. Внутри. Кто это? Такибар. Ну это, наверное, грызуны ведь? Не знаю. Это...
да? Пойдем дальше. Вот такое вот семейство парнокопытных мы посмотрели. Продолжение следует. И мы бежим к медведям.